Здравствуй, мой дорогой любимый зритель. Давно мы с вами не болтали, давно не присылали мне вкусняшечки. Уже даже немножечко похудел. Чуть-чуть похудел, да, на 3 грамма. На календаре у нас уже февраль месяц, год 2024. Но так как пока на улице еще холодно, морозы, то можно особо не переживать из-за своих лишних килограммов, сексуальности своего тела. Поэтому нам надо с вами до марта месяца успеть распаковать все вкусняшечки, которые мне прислали девчоночки. Знаешь, что это поклонницы Юры Шатунова. Самое тяжелое, мы с нее и начнем, наверное. Ну, водкой что-то не пахнет. Водкой не пахнет, ну ничего, ничего страшного. Главное, не подавать виду, что ты очень расстроен. Как я всегда говорю, поменьше слов, побольше дела. Начинаем скрывать. Я как бы знаю человека, который мне ее выслал. Но так получается, что это посылка, как она идет, 3 в 1. И здесь еще 2. Здесь еще 2, и все это вот от девчонок. Как мне сказали, это поклонницы Юры Шатунова, который меня смотрит, им очень нравится. Вот они меня любят, I love you. Да я уже сам придумал, как бы, а там уже хрен его знает. Что там прислали, еще неизвестно. Сейчас откроем, а там тухлятина какая-нибудь. Людмила, Людочка. Людмила Дмитриевна, вот. Людмила Дмитриевна, она была инициатором отправки этой посылки. Отрываем адрес Людмилы Дмитриевны, чтобы лишний раз не засветить. Вот мало ли, Люд, сама понимаешь, да, сейчас военкомат придет, повестку тебе принесет. Зачем нам эти проблемы? Так, Людочка, спасибо, во-первых, огромное за эти посылки, которые ты таскала. Я не знаю, на чем ты их таскала, потому что, когда я их забирал с почты, мне пришлось вызвать такси. А вот так вот, потому что хрупкие руки. Я понимаю, вот это верхушка. Мне так кажется, хочется в это верить, что это верхушка. Мои девчоночки, мои красавицы, переживают, что блогер кладбищенский умрет с голоду. Сильно похудеет, не сможет носить букеты цветов на могилы известных артистов. А не сможет, похудеет, да, слабость в руках начнется, если меня не кормить, не приносить мне вкусняшечки. Пока газеты, пока просто газеты, российская газета, политика, не будем перечитывать, Люд, не обижайся, да? А вообще, что это, Люд, где еда? Что это, газетный киоск грабанули? Да и все, и нет ничего, Люд, газета вытащила, кончилась коробка. Мы находимся возле Пятницкого кладбища, и сегодня у нас 5 лет, не могу, подожди, пойдем. Докопался я, да, вкусняшечек, Иринка Пенза. И Надюшка. Вот, девчонки из Пензы мне прислали, Ирочка и Наденька что-то прислали. Так, это кто у нас здесь? Путеркина Светлана из города Кирова. Светочка, сейчас все обозрим. Обозрим, Светулечка, солнце мое, огромное спасибочки. Людочке вдвойне спасибо, она же все это присылала, тащила. Так, чьи-то орешки. От Алочки и Жени. Грызи орехи, подарочный мешочек. Вот такой вот, ребяточки. Ну, попробуем, конечно, попробуем вскрыть моими зубами. Меня смотрят мои стоматологи, конечно, ругаться не будут, но попробуем один орешек разгрызть. Ну, это что-то похоже на колбасу. Я надеюсь, что это колбаса, а не что-то другое, о чем вы могли подумать. Не знаю, с чего начать. Давайте начнем с Аллы и тети Жени. Нет, это Света, извините. Круглое что-то прислала Светлана. Извините, все перепутал. Сейчас я этот вырежу кусок этот. Так, сейчас заново положу. Куда ты покатилась? Дура. Свет, это не ты. Я не о тебе, я к тому, что дура. Вот эта штука, которая покатилась куда-то. Вот Светочка Кутергина из города Кирова прислала что-то круглое. Тут, кстати, волосок от Светланы. Сейчас мы сделаем тест ДНК и узнаем еще больше о Светлане. О, какая красота. Оба-на, так кто это? Это какой-то баран. Если мне не изменяет память... Изменила память. Что-то не дуется. А, не... ой, а у него же еще тут есть-то для дурачков. Вот, я просто не в то анальное отверстие дуть начал, извините. Ну не каждый же день в анальное отверстие барашков дуешь. Все, Светочка, довольна? Все, спасибо огромное за подарочек, очень приятно, Светочка. Кто это такой, я пока не пойму, ребятки. Жду ваших комментариев, кто это такой. Если бы мы знали, кто это такой, но мы не знаем, кто это такой. Я пока сюда поставлю, чтобы не расколоть нам барана. Берем следующий слиток. Ирочка и Надюша из города Пензы. Слиточек от этих красавиц девчулечек. Девчоночки, огромнейшее спасибо за подарки, очень приятно. О, ну тут прям вообще, целый набор, ребят, целый наборчик. Ложка. Серебряная ложка. Вот, все, вытащил, все. Вот, смотрите, ложка Андрей. Такая красота. Не знаю, фокусируется, не фокусируется. У меня в глазах вообще ничего не фокусируется. Так, дальше что-то у нас нахуй за хуй нихуя. Чего-то тут принимать в больших дозах и не успать. Что-то интересное прислали. При первых признаках окружения тупыми людьми. Шоколадики. Это шоколадочки, я понял. Мне некоторые мои подписчики иногда пишут, говорят, Андрей, говорит, вы аккуратнее, пробуйте. Вам могут прислать что угодно. Ну, во-первых, я не даю адрес кому угодно. Прежде чем получить адрес для посылочек, надо сдать тест на ковид, переписать на меня свою квартиру. Такие таблеточки мне девчоночки прислали. Ну, это, конечно, как слону дробина. Вот прям чувствую, как успокоился. Прям уже успокаиваюсь, прям чувствую. Спасибо, девчоночки, вылечили меня. Так, магнит. Сейчас будем магнит приклеивать к звездному холодильнику. Так, это кто у нас такой? И он все на Валберрисе. Могли бы этикетки себе как Пызарского вообще на Валберрисе мне накупили. Извините, кусок я вырежу. Подставка под телефон. Это значит, смотрите, вот так сюда, наверное, вставляется. Наверное, не знаю.
как-то здесь телефон подставляется. Где, с какой стороны данный подставить телефон, я не понимаю. Угадайте, откуда? Ха-ха, с Валбереса. Дозы позитива принимать по одной при необходимости. Вот такие вот штучки, короче, ребят. Ну, я понял, там маленькие шоколадные плитки внутри. Не буду я их уже распаковывать. А вот они тут и нарисованы для дурачков. Я про себя, как бы, если что. Спасибо огромное, девчулечки. Кладем, все сожрем. Мне кажется, это вообще была, знаете, такая скрытая реклама Wildberries сейчас. Леденцы, ребятки, леденцы от девчулек. Ирочка и Надюша, спасибо огромное. Спасибо огромное за эти подарочки. С Валбереса. У нас какой город у нас? Пенза. Ребят, Пенза, это далеко, это вообще где-то вообще просто. Так, магнитик чуть попозже мы приклеим. Еда, еда, ребят, наконец-то, еда. Мед, мед, ребят. Это от Ольги Калашниковой. Спасибо, Оленька, открываем. Майский мед, ребятки. Майский мед от Оленьки Калашниковой. Тетя Оля прислала еще что-то лохматое. Ух ты ж, тетя Оль, ну вы прям меня порадовали. Это носочки. Так. И тетя Оля, огромное спасибо за носки. Носки очень понравились, спасибо огромное. Очень приятно. Газеты, газеты, это тетя Люда по-любому что-то напичкала. Газеты, наверное, не знаю, где она их столько набрала-то. Так, это кто? Это Ольга Калашникова, мед. Мед и носки, носки на мне, тетя Оля. Носки я отчитался, носки одел, носки на мне, греют меня. Союз добрых сердец. Письмо вижу, не с той стороны открыл, короче. Ребятки, вот такую красоту мне прислали девчонки. Это, наверное, посылка от них, потому что посылка еще здесь, смотрите. Конечно, никого не узнать, даже меня. Почему-то один мужчина. Мужчин больше нет. Потому что я такой один. Я такой один. Вот, среди красивых девчоночек. Так, фоточка интересная, мы еще к ней вернемся. Я ее далеко не убираю. Это от Надежды и Ольги из Беларуси. Смотрите, белорусская колбаска, ребятки. Белорусская колбаска. Рогачевская сгущенка очень вкусная. Я люблю сгущенку, кофе пью. Рогачевская сгущенка, она крутая. Она очень хорошая, ребят. Спасибо огромное за эту вкусняшечку. Ну, колбасу не буду сейчас, потому что после сосалок. Сейчас, значит, с колбасой не мешаю, вообще плохо станет. Это Казахстан. Смотрите, с Казахстана нам пришло... Оно все подписано, понимаете, от Марины и Ларисы из города Казахстан. Из города, блин, придурок, это страна, великий Казахстан, вы что? А пришла такая фирменная шапочка, ребятки, фирменная шапочка из Казахстана. Это называется тюбетейка, вот. Казахстан, шикарная страна, ребят. Она мне великовата, великовата. Ну и нормально, ничего. Мы же сейчас толстеть начнем же, да? Мы же что, для этого и собрались, чтобы поправиться? Такая страна, Казахстан, великая страна, ребят. Великая страна, великая нация. Казашечки, красивые девчоночки. Мне прям жалко Людмилу Дмитриевну, она столько всего таскала вообще. В конце нашел письмо на 58 страниц. Господи! Вот, Людмила Дмитриевна, здравствуй, дорогой, уважаемый, любимый Андрюша. Вот все эти посылочки, которые мы сейчас с вами распаковываем, это поклонницы Юры Штунова и также вот они. А где вообще открыточка с Юрой, вообще непонятно. Союз добрых сердец, ребят. Вот такой, смотрите, коллектив. Коллектив красивых, симпатичных девчонок и один мальчишка. Один мальчишка на мотоцикле. Если что, прав у меня нет на будущее. Союз добрых сердец приветствует тебя. Здравствуйте, девчоночки, очень приятно. И шлет зимний, но очень теплый тебе привет. Мы поклонники Шатунова Юрия Васильевича, который объединил нас с разных городов нашей большой страны. Андрюша, мы все подписчики твоего канала. И всегда ждем выпуски болталки. Каждый город чем-то славится, поэтому девочки решили порадовать своими подарками с Валбереса. Большой привет тебе передают из Питера Татьяна Савина. И от всего сердца дарит тебе книгу со своими стихами, которые посвятила Юре. Юре, невероятно искренние и проникновенные слова в каждой строчке. А еще и сладости всякие с пожеланиями счастья от нее, от Татьяны Савиной из города Санкт-Петербурга. Книжка Татьяны Савиной, ребятки. Во-первых, книжечку открываем. Во. Вот это подарок я вот. А то как-то мне поклонники Юры Штунова, мне еще про Юру не пришло. Татьяна Савина, мне трудно говорить. Кстати, у меня нет этой книги, но я о ней слышал. Здесь внутри еще у меня такие эксклюзивчики. Смотрите, шикарные вырезочки с Юрой. С Юрой это пойдет в мою коллекцию. Про свою коллекцию я вам тоже когда-нибудь да расскажу, да покажу. Я пока копаюсь в своих ящиках, складах, залежах, собираю все в кучку там, потому что у меня там такой бардачелло. Лучшему блогеру страны Андрею Флору от автора с огромным уважением. Татьяна Савина, ребят. Такая вырезочка, раритетная вырезка из газеты. О, календарь 92-го года с Юрой, смотрите. Прикиньте вообще, в мою коллекцию. Татьяна, огромное вам спасибо. Вот, смотрите, ребят, вот такая красота. Белые розы завяли, и ромашки в душе отцвели. Юра любил ромашки также. Как буду я жить, не знаю, без твоей огромной любви. Ты любил нас всем сердцем, я знаю. И мы любили тебя всегда. Никто и не думал из нас, что придет такая беда. Простились уже с тобою, букет тебе принесла. А сердце все ноет и ноет, и нет этой боли конца. Седая ночь затянула тучи в душе моей. И плохо на свете очень без этой песни твоей. Ее не могу я слушать. Рвется в клочья сердце мое. Попал ты мне прямо в душу. Достал глубины ее.
Такого больше не будет, как ты, и боль не унять. Но буду всегда я помнить и буду тебе подпевать. Красивые стихи. Целый сборник стихотворений Татьяна Савина. Такая вот классная книжка. Моя подписчица. Мне очень приятно и для меня очень ценно то, что такие люди, талантливые люди, что огромное количество поклонников Юры Шатунова подписаны на мой канал. Татьяна Савина. Шикарная книжка. Огромнейшее спасибо. А это от Танюши не все. От Танюши сладости дальше. Танечка, Танечка, солнце мое. Спасибо огромное. Мужской шоколад 100% правильному мужчине. Тере-пере, мужественная отвага, брутальная сила. Лично в руки. Лично в руки. Топор, эксперта. Ну, в общем, что-то такое. В общем, шоколад, ребят, шоколад. Спасибо огромное за шоколадку. Вкус Петербурга, зефир, ребятки, зефирчик. О, ну это прям подарочно. Здесь достопримечательности города Санкт-Петербурга изображены на маленьких шоколадках. Целый такой наборчик сувенирный. Шоколадный набор, линейка, вкус Петербурга, шоколад молочный. Конфетки, конфетки, сказки Перо. Так, это мои девчоночки, Союз Добрых Сердец. Девчоночки, которые мне прислали эту посылочку. И там еще стоит посылочка. Конфета пралине с грецким орехом. Здесь спасибо огромное. Тетя Таня, спасибо огромное за эту вкусняшечку. Отдельное спасибо, конечно же, я не устаю повторять Людмиле Дмитриевне, которая, в общем-то, собрала все эти посылки и выслала посылки. Дымковскую игрушку. Дымковская, это дымковская игрушка, ребят, баран. Барашек, вот, это дымковская игрушка, все, мы нашли отверстие нужное. Вот Светочка из города Кирова передала дымовскую игрушку, свистульку. Ведь их край славится росписью. Вот, Пенза. Пенза, Светочка из Пензы, вот такую вот мне свистульку прислала, дымовская игрушка. Вот, все, разобрались. Надежда и Иринка из Пензы прикольные штучки прислали. Обрати внимание, не психуй, там инструкция есть, как вести себя при встрече. Марина и Лариса прислали из Казахстана, прислали сувениры и фирменный шоколад Казахстан. Спасибо огромное. Магнитик Казахстан. Это у нас магнитик мне прислали. Пенза. Пенза магнитик. Сейчас будем вешать. А это от Анечки из города Орел. Это, наверное, тарелка. Смотрите, какая красота. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо, Анечка. Огромное спасибо. Так, Ольга Калашникова, Алтай. Обожает тебя, желает здоровья. Прислала мед и теплые шерстяные носочки. Носочки я одел. Оленька, имейте в виду, огромное спасибо за это. Мед стоит, майский мед здесь у меня стоит, вот он. Наталья Белякова из города Невест Иваново. Как же без ивановского бальзамчика и текстиля, самые известные в России. Людмила из Краснодарского края, конечно же, адыгейский сыр прислала. Это вот в этих посылках, ребят, наверное. Девочки из Беларуси, Надежда и Ольга, говорят, что без колбасы никак. Колбаса у нас есть. Колбаса никак. И рогачевская сгущенка у нас. Девчонки, спасибо огромное. Беларусь, I love you. Наденька и Оля. Что без колбасы никак. Минская самая настоящая сгущенка еще. Аллочка и Женя, сестрички из Молдавии. Очень любят твой канал. Привет от них и орехи молдавские. Спасибо огромное, девчонки. Огромное спасибо, сестренки. Орешки пригодятся, конечно. Просто сейчас я и грызь, как бы, сами понимаете. Тяжело, мне сейчас зубы делать, мне 300 тысяч надо. Андрюшка, самый лучший блогер, сувенир Орел. Спасибо огромное. Сувенир Орел, это тарелочка была, да? Колбаса, извините. А тоже на шею положил. От Людмилы песенник, который издала Раиса из Питера. Она знает, что ты зла не помнишь, а только записываешь, и поэтому блокнот обязательно нужен. Спасибо. Глобус. Наш земной шар, нет в мире места, где не знают и не слушают Шатунова. Смело можно сказать, что Юра покорил сердца людей на всем земном шаре. Вот так собрал нас всех. Спасибо тебе за доброе сердце, за посещение нашего кумира. Береги себя, всего тебе самого-самого доброго. Так, и тут еще немножечко. Привет из города Донецка, Новгорода, Белгорода, Омска, Крыма, Керчь, Якутия, Курган, Луганск и многие-многие другие города. Ребятки, вот такие девчонки. Красавицы. Союз добрых сердец. А добрых людей, как я говорю, все-таки больше в это непростое время. Я хочу заранее извиниться, что с задержкой распаковку делаю, потому что, как вы, если вы подписчики моего канала, вы обратили внимание, что я ежедневно где-то катаюсь, что-то снимаю. О, глобус. Это вот глобус, о котором говорилось там. Да, в общем-то, это земной шар, на котором все мы с вами живем. А вот этот человечек, это Юра Шатунов. Это артист, который многих нас с вами объединил. Земля круглая, поэтому когда-нибудь мы с вами все равно все можем встретиться. Встретиться, обняться, пообщаться. И это прекрасно. Место встречи изменить нельзя. Автобус 612. Могила Юры Шатунова. Вот, спасибо огромное за этот красивый глобус. Конечно, я себя оставлю, естественно. Здорово вообще. Смотри, как он красиво вписался. Так, это кто это? Людмила, Краснодар. И что-то такое катается. Там что-то внутри прям вообще что-то не пока. Будто живое что-то. Господи, кто это здесь? А, это сыр, Люда. Ты меня напугала вообще, Люд. Адыгейский. Вот, он просто там так катается, что я немножко хотел сейчас убежать прямо из этой комнаты. Спасибо огромное. Я положила рядышком, где рогачевская сгущеночка с колбаской из Беларуси. О, красота. Вот такой песенник, ребят. Это вообще эксклюзив еще у меня в руке сейчас, смотрите. От Людмилы песенник.
песни, которые издала Раиса из Питера. Она знает, что ты злая, не помнишь? Не помню. Раиса, что-то было у нас, Рай? Не помню, неважно, Господи, я вообще не злопамятный человек, ребят. Смотрите, как здорово все иллюстрировано, ребят, вы посмотрите. Стихотворение с Юрой, фоток сколько много. Вообще прелесть. Я, конечно, сяду, попасть, почитаю. Давай сейчас любое вот так вот, прямо сейчас я его зачитаю, да? И шли дожди, трещало небо, и бесполезные уже зонты. Хочу, чтоб ты меня согрела от той душевной мерзлоты. И шли дожди, ложась на землю, я вязну в слякоти сырой. Хожу я вслед за твоей тенью, с тобою я и не с тобой. Спасибо огромное, шикарная книжка. Очень приятно, мою коллекцию пойдет, конечно. Спасибо огромное. Так, а это блокнот у нас, блокнот. Да, блокнотики мне нужны всегда. Часто, когда я езжу на съемки, всегда у меня в блокноте выписаны основные данные по артистам. Потому что, извините, у некоторых по 3 брака, по 9 детей, а еще некоторые просят внуков перечислить, а еще звание перечислить. Спасибо, очень ценно. Спасибо огромное за блокнотик, тоже все пригодится. Так, Галина из Воронежа. Что нам присылала Галина из Воронежа? Та-та-та-ту-ту-ту. А, это домовенок, наверное. Галина про домовенка там была. Да? Тетя Галь, вот такой вот домовенок, его надо немножко расправить. Вот. Вот. Это тетя Галя из Воронежа. Такой домовенок. Спасибо огромное, тетя Галя. Когда Людмила Дмитриевна писала мне в личку, а первое, что она сказала: Андрей, хотим вам выслать посылку, мы ваши подписчики, все адекватные. Все адекватные, это очень важно, ребятки. В наше время это очень важно. Так, все, последняя вот эта распаковочка. Здесь что-то, это Белякова Наталья из города Иваново. Это текстиль, ребят, это текстиль. Город Иваново, это город невест. Я не невеста, но я завидный, себя не похвалишь, никто не похвалит, завидный жених. В городе Иваново, насколько знаю, на одном из кладбищ находится могила Олега Жукова. Это, если помните, такой был толстячок из группы «Дискотека Авария». Умер от онкологии молодым, тоже у него был рак мозга. Может быть, когда-нибудь я доеду до города Иваново, хочу посетить его могилу. Господи, что-то выпало. А где текстиль? Текстиль-то где? Там про настойку была речь-то в письме. У меня же память, я же мужчина, у меня мозг есть. И память у меня есть, я помню, там про настойку было. Из города Иваново старая шуя. Шуя, не шуя. Это тетя Наташа из города Иваново. Тетя Наташа, я сейчас пробовать не буду, ладно? Вы не обижайтесь, потому что мне сейчас работать. Мне сейчас 2 дня таких напряженных в работе я буду. Спасибо огромное, тетя Наташа. Вот такая настоечка. Старая шуя. Крепкость 40%. Спирт, альфа, объем 0,5 лэ. Пригодится, конечно. Конечно, пригодится. Значит, сейчас такое время. Там никогда не знаешь, когда в запой уйдешь. Тетя Наташа, вы будете смеяться, но у меня такое полотенце есть. У меня есть такое полотенце из города Иваново. Вот прям именно такое. Да. Именно так. А нет, у меня рисунок другой. У меня рисунок другой, извиняюсь. По-моему, другой. Расцветка такая же. Да. Потому что у нас текстиль из города Иваново, естественно, славится. Он славится вообще по всей нашей стране. Потому что у меня есть такое полотенчик. Ну, слушайте. Есть одно, будет 2. Весь этот выпуск у нас посвящен вот этим вот красавицам «Союз добрых сердец». Красивое название, красивые девчонки, красивый я. У меня самые лучшие подписчики, я об этом говорила уже много раз, самая активная аудитория, за что вам огромное спасибо. Пока живы, пока есть силы, будем стараться дальше продолжать нести с достоинством память о наших любимых артистах, к которым на могилы мы приходим. К сожалению, могилы. Слово «могилы» не люблю, но не всегда подходит слово «место памяти», потому что иногда приходится употреблять слово «могила». Мой дорогой любимый зритель, огромное вам спасибо за внимание, за то, что сегодня вы посмотрели этот выпуск. Девчонкам огромное спасибо за все эти подарки. Всем поклонникам Юры Штунова я передаю огромный привет. До встречи, давайте так скажем, да, до встречи не на могиле Юры, а до встречи в роликах с места памяти Юрия Васильевича Штунова. Огромное спасибо за книжки, которые вы мне подарили. Это просто шикарные книги. Огромное спасибо вам за подписку, за ваши комментарии. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал Андрей Флор, где у меня уже более 10 тысяч подписчиков, зрителей. Никаких накруток. Люди сами на меня подписываются. Им интересен тот формат, в котором я снимаю. И это здорово. Я хороших людей больше, как я говорю. Поэтому думаю, все-таки люди, которые даже сеют какой-то негатив, мы будем просто проходить мимо. ВК-группа у меня есть Андрей Флор. ВК-группа, в которой также выкладываются всякие бонусы, какие-то рабочие материалы, закадровые, без обработки, черновые варианты. Чисто идет как такая архивная группа, в которую вот складываются все эти материалы. По папочкам раскладываются видео, там какие-то бонусы. Там также есть функция, вы можете написать мне личное сообщение, я на него отвечу. Не всегда отвечаю, но они висят, и я когда-нибудь все равно зайду, прочитаю, отвечу. Потому что не хватает времени, ребята, не хватает времени, это здорово, это прекрасно. Движение — это жизнь, что-то в глаз попало. Я желаю всем крепкого здоровья, берегите себя, своих родных и близких. YouTube-канал Андрея Флора. Болталка, февраль 2024. Вот, все. До новых встреч, пока.